В Волгодонске имеется немалое количество автомоек, но лишь одна из них стоит особняком, потому что если вы помоете в ней своего железного коня, дождь не пойдет. Каждый автовладелец любит свою машину и не всегда с радостью отдает ее в чужие руки. Многие хотят мыть своих любимцев самостоятельно, но не делают этого лишь по причине отсутствия такой возможности. В Европе уже давно мойка самообслуживания является одним из самых популярных способов мойки автомобилей, а в России это пока новинка. В Волгодонске открылась первая автомойка самообслуживания «Два медведя». Наши автомобилисты сразу оценили преимущество мойки самообслуживания. Это самый дешевый и быстрый способ качественно помыть свою машину. Заехав на такую мойку, водитель легко может вымыть кузов или пропылесосить салон, выбрав необходимую программу. Водитель нашей телекомпании Николай испробовал новшество на телеавто. Преимуществ много. Во-первых, он может вымыть авто именно так, как пожелает. Во-вторых, он значительно сэкономит свои средства. В-третьих, ему удастся избежать нередких конфликтов с персоналом. Алгоритм работы следующий. Автовладелец покупает у менеджера карту за 150 рублей, где 100 рублей на счету. Потом вставляет терминал. После этого на моечный аппарат и подается напряжение, вода, а на табло высвечивается время, отведенное на помывку авто. Если водитель не успел закончить мойку, он может продлить время, добавив денег на счет. Помыть наше авто мы смогли за 150 рублей. В среднем же авто обходится от 70 до 120 рублей. Чувствуете разницу? Кстати, был на этой автомойке рекордсмен, который вымыл «Газель» за 48 рублей. Ну и напоследок народная примета. Чем чище автомобиль, тем лучше мнение у окружающих о его хозяине.